Всем привет, дорогие друзья. Исследую район. Вот иду от третьей рабочей и куда-то вот сюда, вот наверх куда-то. Не знаю, здесь еще ни разу не ходил. Вот. Хочу исследовать. Съемка идет на телефон. Вот. Куда-то иду. Сам не знаю куда, короче. Ну, пойдем посмотрим. Дойду до места. И уже достану другую камеру. И, наверное, это будет уже другой ролик. Хотел запустить трансляцию, но что-то, походу, у Ютьюба какие-то другие правила, какие-то другие настройки. Что-то не знаю. Не получилось запустить трансляцию. В общем, поэтому снимаю на телефон. Да, иду, фиг его знает. Вообще, я хотел забраться на сопку Шошина, кажется, называется. Ну, сейчас кругаля дам, куда-нибудь выйду, короче. Не знаю, куда. Вообще ни разу в этом районе не был. Может, вообще сейчас на проспект Красоты выйду, наверное. Тут какие-то организации, не организации, тут непонятно. Гаражи с правой стороны. Ну, идем. Жилые дома. Понятное дело, что телефон трясется, смотреть не очень удобно, но хоть что-то. Давно у меня на канале не выходили видеоролики, поэтому хоть так. Что-то просмотры упали. Подписчики не подписываются. В общем, все плохо, все плохо. Оборонэнерго какое-то. Сегодня понедельник. Вот, кажется, 23-е, что ли, марта. Или 22-е какое. Не знаю. Так, пойдем сюда. Козел. Хрен его знает, куда идти. Да, машина сейчас наверх подымалась, а здесь гравий насыпан, и он это задними колесами буксует, и я тут побоялся, как бы он у меня камнями не зашвырнул. Короче, в идеале хочу подняться на вон ту сопку.
Не знаю, получится. Вон там впереди лестница есть. Пойдем туда. Там какие-то гаражи. Маячок тут вот такой. А какой тут адрес? Не знаю. Какой тут адрес? Блин. Какими-то гаражами хожу, непонятными. Кто-то на гараже, кто-то работает. Что-то иду какими-то непонятными тропами. Гаражи везде. Куда я прусь? Фиг его знает. Что-то непонятное. Короче. Тут везде гаражи какие-то. Какие-то огражденные территории. Не пойму я. Там что? Там гаражи. Наверху. Хрен его знает. Да, тут иди. Что у нас тут виды? Вот такие вот виды. Ой, там собаки. Не хочу я туда идти. Там собаки лают. Пойду по вот этой помоечной дороге. Ой, прям так лает. Лучше туда не суваться. Пойду здесь. По какой-то помоечной дороге прусь. Может, куда-нибудь нас эта тропинка выведет. Вот тут какая-то... Тут какая-то дорога есть. Давайте попробуем здесь подняться. Блин. Ну, лучше бы я трансляцию провел. Но, к сожалению, что-то я это не понял. Или настройки у YouTube поменялись, или что. Непонятно. Поэтому на телефон. Все снимаю. Идем дальше. В общем,
Фиг его знает, куда идти. Взял с собой основную камеру, фотоаппарат. Ну, не знаю, получится мне на нее что-то снять или нет. Камеру не выключаю. Что здесь за адрес? Хрен его знает. Фиг его знает. Вас там уже не тошнит от качки? Малой уже на велосипеде катается. Ну что, похоже, это какой-то спальный район. Не знаю, что здесь за улица. А сейчас вон посмотрю на табличке, что за улица. Аллилуева. Аллилуева 2. Девятиэтажка, что ли? Машина без задней двери. Так. Что у нас здесь? Что у нас? Кольцо 3 рабочий, да? Вон. Ну что, я сделал несколько фотографий на телефон, на фотоаппарат. Пойдем дальше. Волга стоит. Собаки тут бегают, черные псы. Мне кажется, я двигаюсь в сторону Баляева. Thank you.
Идем дальше. Тут типа трасса какая-то проходит. Блин, камера на телефоне паршивая. Как это, знаете, то ли она фокусируется, есть какой-то, вот когда смотришь видео, она туда-сюда блыкает как-то непонятно. В общем. Спустился вниз по лестнице. Пойдем дальше. Вот это за адрес. Сейчас вот на доме посмотрю, что здесь за адрес у нас. Алеутская Аллилуева. Аллилуева 10. Зрение плохое. Давайте. Ха. Пацаны, мусор какой-то выкинули и дёрнули. На тачке уехали. Дом Аллилуева 10. 12-этажка вроде. Я поднимаюсь наверх. Куда я здесь наверх? Куда ты наверх поднимаешься? Фиг его знает. Повторюсь, камера на телефоне паршивая, поэтому не обессудьте. Еще поднялся. Там стоянка. Частный сектор какой-то. Да, это совсем другой Владивосток. Не пойду я туда наверх. Как-то мне... Нет, мне очень нравится. Вон на ту сопку я хотел подняться, хочу. Но с другого боку, наверное, все-таки я как-нибудь дойду до туда. Да после работы устал. Но решил специально для вас снять видео, чтобы получить свои коронные 100 просмотров и несколько дизлайков от своего любимого хейтера, ну и от своих постоянных зрителей, может, несколько лайков будет. Ой. Не сторонник я вести съемку на телефон,
Поэтому как-то так. И далее. Владивосток, 2020 год. Люди живут вот в таких домах до сих пор. Так, это что я? Это у нас Котельниково, походу, я приближаюсь. Там стоянка. Блин. Туда нет. Туда я не пойду. Внизу Котельниково. Сейчас, наверное, я спущусь вон туда вниз по вот этой дороге и пойду до школы милиции. Вон на ту сопку я хочу забраться. Ладно, может быть, как-нибудь. Если хотите со мной, давайте как-нибудь спишемся. Или что-нибудь, короче, это. Вон на ту сопку. Это где-то сопка Шошина, где-то вот здесь. Короче, один местный блогер уже лазил на эту сопку. Вот. Ну, не помню, в прошлом году или когда. В общем. И там оттуда видно. Что оттуда видно? Оттуда видно Снеговую. Оттуда видно Баляева, Луговую, Чуркин, по-моему. Ой, и что еще? Золотой мост. Ой, не Золотой мост, а мост на Русский остров оттуда видно. Вот. Ну, еще что-то видно. В общем, я спускаюсь на Котельниково и иду в сторону школы милиции. Тут у нас после снега, который был 19 марта, после снега, вон водопад тут течет. Наверное, надо перейти дорогу лучше. Котельниково, направляюсь в сторону Баляева. Оказывается, выше Котельниково частный сектор какой-то. Вот. Ну, идем потихоньку. Ой. Рука уже отмерзла, телефон держать. Собирается вечерняя пробка здесь вот на этом месте. В прошлом году восстанавливали стену вот эту после ливней, а дорогу размыло за зиму, и вот здесь вот все стопорятся. Вот как-то так. Надо мне пересечь вот эту дорогу. Вон, гравий везде валяется, блин. Опасная штука такая. Тем более, если машина буксует, бывает на этом гравии. И того и гляди, выстрелить может. Вот. В общем, я на подходе к
школе милиции. Вот. С правой стороны находится сопка какая-то, на которую я уже давно посматриваю. Вот. Ну, наверное, заберусь все-таки на эту сопку и поснимаю видео. Сегодня уже все. Вот. Как подойти, можно ли забраться на вот эту сопку, я не знаю. В общем, буду исследовать этот район. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Справа сейчас будет школа милиции. Вот. А мне надо будет спуститься на Баляева и на автобус до дома. В общем, как-то так. Придется мне сейчас перейти дорогу. Не, сегодня уже я туда вон не пойду. Не пойду я. Две милиционерши идут. Надо перейти дорогу. Вот так вот, дорогие друзья, стараешься, а просмотров нет, непорядок. Это я, считай, пешком с рабочей, кругалями какими-то непонятными, в незнакомых местах сейчас прошелся, чего-то поснимал на телефон криво-косо. Ну, в общем, как-то получилось так, не стал доставать из рюкзака основную камеру. Что-то как это вот так вот получилось на сегодня. Грязюка везде. Весна. Вот. Сейчас. Вот нету здесь тротуара на этом месте. Почему? Нету тротуара. Вот так вот опасно здесь ходить. Ать, лед еще. Грязный лед. Вон до светофора там асфальт уже. Вроде как. Ой. У меня как раз осталось, кажется, 4 минуты снимать. Вот. Как раз. Хватило мне памяти на телефоне. Вот. Идем дальше на Баляева. В
все так смотрят на мой телефон, то, что я снимаю. Вот. Ну, показал я вам чуть-чуть не туристический Владивосток. Вот. Походил какими-то непонятными дорогами, гаражами. Вот такие вот пироги. Sony Center на Баляево. Здесь я ремонтировал свою видеокамеру. Какими-то дворами иду непонятными. Вот. Сейчас покажу место, с которого я начну, наверное, свое следующее видео. Ну, не следующее, а когда решусь прогуляться еще раз здесь. Вон туда мне надо будет прогуляться. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Мне сейчас по виадуку надо перейти на ту сторону. Вот. Всем спасибо, что досмотрели. Если вдруг вам понравилось это видео, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо, до новых встреч!